На неделю Севастополь стал центром стендового моделизма и миниатюр. Екатерининский зал в Доме офицеров флота радушно принял работу участников со всей страны. На выставке модели как севастопольцев, так и жителей набережных Челнов, Костромы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Известный многим севастопольцам БРИК «Меркурий» воссоздан полностью по историческим чертежам и фотографиям со стопроцентной точностью. Кроме того, на выставке представлена бронированная техника, авиация, диорамы, больше 250 экспонатов. В ближайшее время их будет еще больше. Все эти модели участвуют в выставке-конкурсе. Работы мастеров будет оценивать жюри. Это известные профессиональные моделисты и производители. Они оценят качество сборки, покраски, детализацию, а также соответствие реальному прототипу. Но такие строгие требования участников не пугают. Для многих моделизм – это смысл жизни. Интересно, потому что я, в принципе, интересуюсь историей, особенно историей техники разных стран мира. Очень интересно танки, и хотелось всю жизнь от книг, от иллюстраций перейти как-то к наглядно-образного, вот именно в практическую такую часть, чтобы и руками можно было потрогать и попытаться что-то создать самостоятельно. Какие-то, возможно, модели техники, которые я видел на фотографиях, которые меня зацепили, воплотить их в реальность. Подобные выставки и фестивали не проводились в Севастополе уже несколько лет, но спрос на них есть. Настоящих любителей моделизма в городе очень много. Поэтому вот решили создать именно напомнить о моделизме, привлечь максимальное количество людей к моделизму. Ведь раньше в стране было очень много модельных кружков, детских, юношеских кружков технических. Сейчас, к сожалению, их не так много, как хотелось бы. Вот. С этой целью был создан данный фестиваль. И он с ней справляется. Выставка только открылась, но уже привлекла к себе внимание посетителей. Посмотреть на конкурсные работы пришли не только участники конкурса, но и моделисты-любители. Ну, я сам занимаюсь моделизмом. Я любитель. Сам ничего нигде не выставлялся. Для себя занимаюсь. В основном занимаюсь бронетехникой. Собираю в 35-м масштабе. Для меня эта выставка интересна. Посмотреть другие работы. Дети со мной пришли также. Мне тоже интересно посмотреть, они тоже уже начинают собирать модели. Пока собирают маленькие модели, в 72-м масштабе. Но в дальнейшем, когда подрастут, тоже могут пойти по стопам отца. Выставка будет работать до 14 ноября. Посетить ее может любой желающий. Главное требование – это наличие QR-кода о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании. Владислав Ивенин, Андрей Вовк, новости Севастополя.